На пятачке в центре деревни Суханово несколько маршруток. Час пик прошел, и водители могут расслабиться. Именно здесь будет начинаться один из маршрутов до метро «Бульвар Дмитрия Донского», за который можно проголосовать на Доброделе. Сейчас в этих маршрутках действует так называемый нерегулируемый тариф. То есть цены на проезд устанавливает перевозчик. На планируемых маршрутах тарифы будут устанавливаться областным правительством. Кроме того, здесь будут действовать льготы для отдельных категорий граждан. В Ленинском районе на портале «Добродел» проголосовать можно за один из четырех маршрутов. Еще один в микрорайоне «Восточная Бутово» у деревни Боброво. Здесь коммерческим транспортом весьма недовольны. У нас даже была такая ситуация, что нас школьников высаживали просто из маршрутки, потому что они, нечем было заплатить. Они забыли деньги, забыли телефон дома. И просто их наши доблестные водители просто высаживали, и все. Мне кажется, если будет регулируемый тариф, да, такого не может быть, потому что все-таки у нас будет администрация за этим следить. Здесь также планируется пустить социальный маршрут до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Сейчас за него проголосовало почти 1300 жителей, и их желания вполне понятны. Изначально у нас был оператор «Сатурн», да, перевозчик. В дальнейшем по результатам конкурса выиграла другая компания, буквально пришла, сразу же, буквально через месяц подняла проезд, во-первых, сразу на 10 рублей, подняла с 35 до 45. И на данный момент уже проезд стоит 65 рублей. Жительница микрорайона «Восточная Бутово» Юлия Хрусталева, говоря о поездках на общественном транспорте, выводит из стоимости проезда на коммерческих маршрутках грустную арифметику. Старший ездит в школу, и младшую вожу в сад. Вот сейчас вернулась обратно. 130 и 130, 260 – это даже не если не брать в расчет старших. Еще два маршрута, за которые жители могут отдать свои голоса на портале «Добродел» – это маршрут от поселка Фабрика имени 1 мая до Восточного Бутова и от Дрожжино до Москвы – метро «Бульвар Дмитрия Донского». Голосование продлится до 21 апреля, поэтому поспешите. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.